Друзья, всем привет! И сегодня мы поговорим про такой проект, как OmniTea. OmniTea разработала средства для сбора и широкого распространения документов по глобальным децентрализованным сетям хранения от любого человека в любой точке мира. Для этого просто необходимо перетащить документ в OmniTea, и он соберет глобальную библиотеку. Блок-цепочка служит основой для неизменного оглавления для глобального достояния. Во время процесса приема каждый документ ссылается на простой блок-код, полезные нагрузки триплета хешей, предоставляющих данные документам. Они полезны для сбора и подключения и защиты каждого документа. Последний представляет собой глубокую структуру содержания этого документа. Поскольку его контекст развивается с течением времени, OmniTea разработала технологию семантической подписи, которая беспрестанно и математически формулирует глубоко структуру документа и самоорганизуется путем соединения с другими документами с аналогичной структурой. Для проглоченных документов измерения семантической широты и глубины используются во время самосборки для дальнейшего баланса глобального достояния. Доступ также сохраняется путем запроса пользователя через весь документ и навигации результатов посредством четырех основных форм визуализации знаний. Это семантическая взаимосвязь, время, место и сообщество документов. Последние 4 года OmniTea разрабатывает, оптимизирует и коммерциализирует средства для соединения документов с общим значением, даже если эти документы не ссылаются друг на друга. В частности, OmniTea не использует метаданные для объединения документов, вместо этого делает связи между парами документов через их редкие общие слова. Использование структуры английского языка. Друзья, это был краткий обзор проекта OmniTea. На этом у меня все, а мы с вами увидимся в следующих обзорах. Всем пока!